250 миллизиверт – это доза, да, она определяется суммарная в течение жизни, которую вы могли получить. Угу. Скорее всего, от внешнего какого-то действия. Вот анализы крови общие, да, демонстрируют, что организм, ну, в этом плане справляется. Костный мозг у вас вырабатывает клетки крови в достаточном угу. количестве. Вот этот результат говорит о том, что когда-то у вас было лучевое воздействие. Ну, 2 года назад, наверное, было. Возможно. Сейчас специальных каких-то методов лечения с учетом вот этого результата не предусмотрено. Мы констатируем факт воздействия, ну, ионизирующего излучения на ваш организм. Институт Логинова с вами занимался? Нет. Нет? Ну, там просто специализировано, есть отделение оперируемых органов желудочно-кишечного тракта. Вам надо туда. Научный центр имени Логинова в Москве. Я туда ездил в том году. Ну, вот просто мне лечение назначали. Думаю, что с ними надо сотрудничать в отношении вашей ситуации.